Сегодня Гомель принимал молодежный марафон 75, присвященный 75-й годовине вызволения Беларуси и перемозе советского народа у Великой Айчинной войне. Основное мероприемство марафону – створение коллективного полотнища и альбома «Беларусь памятая», а так само проведение открытых диалогов и работы интерактивных пляцовок. С подробязностями наши корреспонденты. Марафон стартовал 11 червня каля стелы «Минск – город-герой». У Гомеле его удельники перш за все проводят митинг на аллее героев с ускладанием вянков и кветок. Молодь ушановывая память об Великой Айчинной войне и марафон 75 – еще одно тому подтверждение. И у протяг представление регионального полотнища «Беларусь памятая» с именами 111 героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, уродженцев Гомельской области. Его створению попередничала доследшая работа, якую провели активисты Союза молоди. У центра уваги подробязности биографии людей, яких без перебольшивания можно назвать гонором краины. Итогом нашей акции, нашего марафона станет создание национального альбома памяти «Родные лица Победы» и полотнища освобождения. Полотнище пронесут 3 июля во время праздничных мероприятий по проспекту Независимости. И оно будет передано в Музей истории Великой Отечественной войны. Программа марафону насыщенная и разностайная. У ее и выставы боевой техники, и фестиваль на открытом поветре, центральное место работе интерактивных плясовок, фотозоны, мастер-класс по оказанию первой медицинской допомоги и экспозиция, просвеченная солдатам минулых годов. Интересно всем представителям граждан, которые у нас участвуют в встрече марафона 75. Связано это с тем, что непосредственно здесь они могут воочию посмотреть на эпопейные образцы советского вооружения. Пистолет-пулемет Шпагина, ручной пулемет Дегтярева, пулемет Максим. И непосредственно через личный контакт почувствовать, что вынесли наши воины советской армии в годы Великой Отечественной войны. На еще одной плясовце працуют волонтеры руху «Доброе сердце». Их пропанова – зарабить своими руками поштовку и написать на ей слово подяки солдату-вызволителю. Тут шмат маленьких гомельшан. Оказывается, им так само есть что сказать своим родным удельникам Великой Айчинной. Организаторы перекананы, такая плясовка – не только элемент патриотичного выхования, и она дозволяет отчуть совесть поколения. Мы предлагаем сделать открытки, какие-нибудь пожелания, потому что это очень значимое событие для нас. И детки могут своим родителям подарить, бабушкам, дедушкам, если у них еще есть прабабушки и прадедушки, тоже им, ну, чтобы как-то порадовать людей. Открытый диалог «Беларусь памятая» проходит по всем маршруте марафону. Его задача – сбор материалов для республиканского альбома «Беларусь памятая» и обмен опытом патриотичной работы с молодью. Непосредственно на Гомельщине это вело и аутопробеги по местах боевой славы, квест гульни по теме Великой Айчинной с наведыванием военных помников. Причем у областном комитете БРСМ запевнивают, эта работа протягнется и далей. И навык называют запланованные акции. Патриотический тур слет межрегиональный. Там будут принимать команды молодежи с других районов. И вся тематика этого турслета будет посвящена именно Великой Отечественной войне. Также в Жлобине у нас проводится акция «Военный платок», будет проводиться, в рамках которой также оставляем пожелания, память о героях Великой Отечественной войны, которые будут потом сшиты в единое полотно. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».